Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, к таким всеобъемлющим докладам трудно что-либо добавить, но я постараюсь посмотреть на проблему глазами химиотерапевта. Итак, HER2 позитивный рак молочной железы входит в два подтипа: HER2 позитивный люминальный Б с положительными гормональными рецепторами и HER2 позитивный нелюминальный с отрицательными гормональными рецепторами. И Кохрановский метаанализ, оценивший эффективность неоадъювантной и адъювантной терапии раннего HER2 позитивного рака молочной железы, убедительно продемонстрировал, что включение трастузумаба в режим лечения достоверно увеличивает как безрецидивную, так и общую выживаемость больных. Снижение риска прогрессирования и смерти составило 40%. Очень важно, что выигрыш от добавления трастузумаба долгосрочный. У нас есть данные по выживаемости из двух крупнейших исследований с медианой времени наблюдения 10 лет, обновленные результаты исследований ХЕРы с медианой времени наблюдения 8 лет, и было показано, что эффект, позитивное влияние трастузумаба на показатели выживаемости сохраняется и даже увеличивается с течением времени, и этот выигрыш не сопровождается увеличением частоты каких-либо нежелательных явлений. Еще очень важное положение – отсутствие различий в эффективности трастузумаба в зависимости от подгруппы HER2 позитивного рака молочной железы. И у больных с положительными гормональными рецепторами, и у больных с отрицательными гормональными рецепторами добавление трастузумаба обеспечивает одинаковый по величине выигрыш в показателях выживаемости. Ну и последнее, очень важное в практическом плане положение о том, что препарат должен начинаться одновременно с химиотерапией. Выигрыш в отношении снижения риска прогрессирования и смерти будет значительно большим, если препарат начинаем с химиотерапии по сравнению с последовательным проведением лечения сначала химиотерапии, а потом трастузумаб. Итак, переходим непосредственно к неоадъювантной химиотерапии. И вначале, что мы понимаем под этим термином? В Российской Федерации ряд крупных исследователей и значительная часть хирургов разделяют понятия неоадъювантная и предоперационная химиотерапия, тогда как мировые эксперты ставят знак равенства между этими терминами и под неоадъювантной химиотерапией понимают предоперационную химиотерапию первично-операбельного рака молочной железы и первичную химиотерапию у больных неоперабельным раком молочной железы, которые ответили на лечение и стали операбельными, были прооперированы. В случае, если пациентки не ответили на лечение, алгоритм лечения соответствует тактике в отношении метастатической формы заболевания. Вот в качестве иллюстрации я привела выдержку из рекомендаций Food and Drug Administration 2014 года. Эти термины взаимозаменяемые, абсолютно того же мнения придерживаются эксперты ASCO и NCCN. Каковы выигрыши от неоадъювантной химиотерапии рака молочной железы? Ну, выигрыши, так сказать, законные и очевидные. В отношении первично-операбельного рака молочной железы мы можем уменьшить размер опухоли, это очень актуально для больных с относительно небольшой молочной железой и, соответственно, относительно большим размером опухоли, улучшить косметические результаты. При местно распространенном раке молочной железы мы можем перевести процесс в операбельное состояние и добиться дальнейшего уменьшения опухоли для выполнения органосохранной операции. Кроме того, мы можем in vivo определить чувствительность опухоли к проводимому лечению и достигнуть полного лечебного патоморфоза. Но существует еще ряд и, так сказать, дискутабельных положений и возможных теоретических выигрышей от неоадъювантной химиотерапии. Когда-то, как теория неоадъювантной химиотерапии, была создана для максимально более раннего системного воздействия на опухолевый процесс. Предполагалось, что она может улучшить выживаемость. Большинство исследований были проведены в эпоху до разделения рака молочной железы на биологические подтипы. Различий между неоадъювантной и адъювантной терапией тогда не было выявлено, но авторы не выделяли химиочувствительную популяцию больных, и эти исследования проводились до появления таргетной терапии.
Кроме того, теоретически неоадъювантная химиотерапия может оказаться полезной в выборе оптимального режима адъювантной терапии. При этом на сегодняшний день стандартно при выполнении полного плана неоадъювантной химиотерапии адъювантная терапия, химиотерапия не проводится, назначается гормонотерапия по показаниям. Но это положение мы обсудим, потому что появляются первые работы, которые могут изменить это представление. Кроме того, неоадъювантная химиотерапия является лечением, ориентированным на ответ. Мы можем получить образцы опухоли и оценить предиктивное значение биомаркеров. Ну и кроме того, безусловно, она может помочь в ускоренной разработке более эффективных режимов лечения. Итак, базовые исследования, сравнивающие предоперационную и послеоперационную терапию, исследования ИОРТС, кривые общей выживаемости. Как я уже говорила, исследование достаточно старое, не было разделения рака молочной железы на биологические подтипы. Еще два крупных исследования, B18 и B27, анализирующие неоадъювантную и адъювантную терапию. Опять-таки нет различий в общей выживаемости, но нет и разделения рака молочной железы на биологические подтипы. А более поздний анализ исследования NSABP B18 показал, что у больных, проживших 5 лет без рецидива, отмечена тенденция к улучшению выживаемости в группе предоперационной химиотерапии. Объединенный анализ двух исследований выявил тренд к улучшению как безрецидивной, так и общей выживаемости у женщин моложе 50 лет, причем различия в отношении общей выживаемости были близки к достоверным. Таким образом, на сегодняшний день, если адъювантная химиотерапия показана, значительная часть экспертов рекомендует проводить ее неоадъювантно и выполнять полный план лечения до операции. Еще один очень важный вопрос, а нужно ли менять режим или проводить дополнительную адъювантную химиотерапию при отсутствии ответа на стандартную предоперационную неоадъювантную химиотерапию, проведенную в полном объеме. Как я уже говорила, на сегодняшний день дополнительное лечение не рекомендуется, но мое внимание привлекли обновленные результаты исследования по неоадъювантной химиотерапии, ориентированные на ответ. Вначале я следила за этим исследованием, к сожалению, первые результаты были такие обескураживающие. Начинали неоадъювантную терапию больным со схемы ТАК, оценивали эффективность двух курсов и при отсутствии ответа больных рандомизировали на продолжение ТАК или перевод на альтернативную схему химиотерапии режим венерабин-капицитабин. И вот обновленные результаты продемонстрировали, что ориентированная на ответ неоадъювантная химиотерапия обеспечивает выигрыш в безрецидивной выживаемости и тенденцию к улучшению общей выживаемости. Этот выигрыш зависит от достижения полного подморфологического ответа. Больные с полным ответом демонстрировали лучшие показатели выживаемости, независимо от наличия или отсутствия гормональных рецепторов. В группе с позитивными гормональными рецепторами отмечен достоверный выигрыш в общей выживаемости при проведении ориентированной на ответ неоадъювантной химиотерапии. И еще одно очень интересное исследование, которое было опубликовано совсем недавно, в декабре 2014 года. Больным ранним раком молочной железы после завершения адъювантной терапии 6 курсов ФЕК начинали исследование костного мозга. И при появлении опухолевых клеток в костном мозге, без клинических проявлений, без определяемых метастазов, проводили дополнительную позднюю адъювантную терапию доцитокселом. Причем последние исследования костного мозга осуществляли в срок через 9 месяцев после окончания, так сказать, первой основной адъювантной химиотерапии. У больных с микрометастазами в костном мозге, как я уже говорила, проводили дополнительную химиотерапию, и у части пациенток удалось добиться эрадикации микрометастазов. Показано, что выживаемость больных с эрадикацией микрометастазов точно такая же, как и тех пациенток, у которых опухолевые клетки в костном мозге никогда не выявлялись. Ну и существует вот эта вот группа больных, у которых и после дополнительной химиотерапии выявлялись микрометастазы. К сожалению, здесь речь идет о химиорезистентном заболевании, и выживаемость этих пациенток была, конечно, значительно хуже.
Что влияет на прогноз при проведении неоадъювантной химиотерапии? Ну, как мы уже слышали неоднократно, это достижение полного патоморфологического ответа, выживаемость таких пациенток достоверно выше. Наиболее ранний крупный анализ, включавший более 6 тысяч пациенток, о нем здесь не говорили, продемонстрировал, что выигрыш безрецидивной выживаемости примерно одинаков при полном отсутствии опухолевых клеток или при выявлении в молочной железе опухоли инситу, и это определение полного патоморфологического ответа вы уже видели. Таким образом, больные с полным патоморфологическим ответом после неоадъювантной терапии имеют благоприятный прогноз. А что в подгруппе непосредственно HER2-позитивного рака молочной железы? Да все то же самое. И безрецидивная, и общая выживаемость больных HER2-позитивным ранним раком молочной железы достоверно лучше при достижении полного патоморфологического ответа. Наиболее крупный анализ, метаанализ Патриция Картасар, тоже о нем уже сегодня говорили. Выигрыш реализуется как во всей группе HER2-позитивного рака молочной железы, так и при подразделении больных в зависимости от наличия или отсутствия гормональных рецепторов. И в той, и в другой группе достижение полного патоморфологического ответа коррелирует с улучшением выживаемости. Поэтому наша цель при проведении неоадъювантной химиотерапии – это достижение полного патоморфологического ответа. Опять же, тот же огромный метаанализ, который помогает ответить на вопрос, а какие пациентки имеют максимальный выигрыш от неоадъювантной химиотерапии. Частота полных патоморфологических ответов зависит не только от подтипа опухоли, но и от вида терапии. Максимальная она при HER2-позитивном гормон-независимом раке молочной железы у пациенток, которые получали трастузумаб, более 50%, и очень высокая при HER2-позитивном гормон-позитивном раке молочной железы, опять-таки у пациенток, которые получали трастузумаб, 31%, и при трижды негативном раке молочной железы. Эти группы имеют максимальный выигрыш от неоадъювантной химиотерапии. Наиболее крупным исследованием по неоадъювантной химиотерапии HER2-позитивного рака молочной железы является исследование НААР. В это исследование включались различные больные местно распространенным раком молочной железы при HER2-негативном статусе. Проводилась только химиотерапия, а больные с HER2-позитивным статусом рандомизировались на ту же самую химиотерапию или химиотерапию с трастузумабом. Включались пациентки с очень распространенным заболеванием, включая тёчно-инфильтративный рак молочной железы и верифицированные метастазы в надключичные лимфоузлы. Первый этап химиотерапии – комбинация АТ, доксорубицин с паклитакселом. И обратите внимание, что трастузумаб начинался одновременно с антрациклин-содержащим режимом химиотерапии и продолжался. Дальше суммарная длительность применения трастузумаба – 1 год. Оказалось, что добавление трастузумаба в 2 раза увеличило частоту полного патоморфологически подтвержденного ответа, на 15% в абсолютных цифрах увеличило 3-летнюю бессобытийную выживаемость. Отмечена тенденция к улучшению общей выживаемости у больных HER2-позитивным местно распространенным раком молочной железы, получавших трастузумаб. Самое главное – применение трастузумаба, начало его одновременно с антрациклин, содержащей химиотерапией, не привело к увеличению частоты нежелательных явлений. Динамика фракции выброса левого желудочка была примерно одинаковой у больных, как у больных, получавших только антрациклин, содержащую химиотерапию без герцептина, так и у пациенток, получавших одновременно герцептин. Обновленные результаты исследований продемонстрировали долгосрочную эффективность и безопасность добавления трастузумаба. Абсолютный выигрыш 5-летней бессобытийной выживаемости 14%. У больных с полным патоморфологическим ответом фантастический выигрыш 32% почти. И очень существенный выигрыш 5-летней общей выживаемости более 10%. Еще ряд исследований были проведены у этой категории пациенток. Во всех исследованиях было показано, что добавление трастузумаба к режимам неоадъювантной терапии более чем в 2 раза увеличивает частоту полных патоморфологических ответов, причем трастузумаб начинали одновременно с антрациклин, содержащей химиотерапию.
Неоадъювантная терапия рака молочной железы с включением трастузумаба при HER2 позитивной форме заболевания является зарегистрированным показанием. И очень важно, что не так давно были внесены изменения в официальную инструкцию, утвержденную на территории Российской Федерации. В случае проведения неоадъювантной терапии рекомендовано начинать герцептин одновременно с антрациклин, содержащими режимами химиотерапии. В случае, если пациентки ранее не получали химиотерапию, и при этом суммарная доза доксорубицина не должна превышать 180 мг на квадратный метр, а эпирубицина 360 мг на квадратный метр, это примерно 3-4 курса химиотерапии. Суммарная длительность применения трастузумаба при HER2 позитивном раннем раке молочной железы должна составлять 1 год. При этом, безусловно, существуют определенные длительности, определенные сложности при таком длительном лечении. Связаны они с необходимостью установки имплантируемой порт-системы венозного катетера. Ну и просто пациентки устают от того, что должны в течение года один раз в 3 недели проводить инфузии. Выходом может служить специальная лекарственная форма подкожный трастузумаб, который был разработан в результате появления рекомбинантной человеческой гиалуронидазы, которая является вспомогательным веществом. В специальном исследовании провели прямое сравнение внутривенного и подкожного трастузумаба. Это исследование Ханна. Вот здесь кривые фармакокинетические. Вы видите, что красная кривая – это подкожный трастузумаб. Обеспечивается даже меньший, так сказать, размах колебаний концентрации и более высокая остаточная концентрация препарата. Средняя концентрация перед 8-м циклом химиотерапии была выше при применении подкожного трастузумаба. Кроме того, препарат имел определенные преимущества и по частоте полных патоморфологических ответов. Выигрыш 4,7%, подтверждена полная сопоставимость внутривенного и подкожного трастузумаба. При этом еще в одном исследовании оценили предпочтение пациенток. Более 90% больных предпочли подкожную форму трастузумаба, и мы будем ждать ее в нашей клинической практике. Таким образом, не только с точки зрения хирурга, но и с точки зрения химиотерапевта, неоадъювантная терапия раннего и местно распространенного HER2-позитивного рака молочной железы имеет существенные преимущества. Благодарю за внимание.